Ребят, всем привет. Блин. Ребят, всем привет. Проведем обзор новинок товара и цена на одном дыхании, на зависть нашим дизлайщикам. Куда они пропали, хрен его знает. Уже и как-то без них скучновато. Ау, где же вы, дизлайщики? Короче, обязательно поставьте лайк, даже если сдохли. Ребят, ну это черный юмор, не обижаемся. Мы все тут нормальные, как бы, пацаны, ребята. Если кто-то кого-то бомбануло прямо вот сейчас, рекомендую просто не заходить и впредь на наш YouTube-канал. Если вы все простые, все нормальные, с охренительным чувством юмора, обязательно смотрим до конца. И в каждом озвученном товаре какой-то будет смысл. Ни хера не понял, но будет интересно. Погнали смотреть видео. Значит, ребят, короче, вот такая вот дрель ударная, все, ручка есть, все работает и туда, и сюда, все красиво. Единственный минус, в чем вот эта вот балда, она, короче, болтается в разные стороны. Не знаю, с чем это связано, может, ее подушатали предыдущие жильцы, предыдущие владельцы этой штуки, но сам факт, она работает. Ее я включил, она, короче, и тихо работает, не шумно, все красиво. Цена 300 рублей, если хотите, конечно же, вы можете поторговаться, срубить на торге на целую бутылку пиваса. И погнали дальше. Надо говно чистить. Короче, это насос для выкачки лайна. Вы погружаете это все в ваш сральник полностью до самого дна, потому что он не должен болтаться в середине. Опустили его. Все это дело, вот это, поднимается вверх. Это как этот маятник качается там. Ля-ля-ля-ля. Вы включили в резетку. Вот эта штука сверху. И начинает она, короче, высасывать. Это все тут подключаете, колхозите, выводите шлангу на улицу, куда оно должно вытягивать. Как только говно сошло на нет, вот эта штука, она опустилась вот так вот на пол, все, и аппарат отключается автоматически. Вам не нужно что-то там смотреть в яме, если там гудит он или не гудит. Все, автоматика. Ребята, это современная вещь. 950 рублей за данный аппарат. Конечно же, вы можете поторговаться и забрать этот говноочиститель дешевле. Идемте дальше. Ребят, вы спросите, что это за коробочка, чего вы нихера не заметили. Ну да ладно. Я скажу в конце видео, что там внутри. Там интересная вещь советского образца. Дальше шлангов столько всяких. Короче, ребят, надо. Компьютерные колонки, они практически новые. Здесь еще пленочку, короче, не сняли. Все оставили для вас. Если хотите, все снимите сами. Посмотрите, я, короче, проверил. Охренел, они работают. И достаточно громко. Короче, здесь 3,5 вот так вот вставляете. Куда угодно. Можно даже к телефону, к планшету, к компьютеру. Естественно, даже компьютерные колонки. Если надо, вот так вот. Все, короче, в комплекте. Цена 450 рублей, посмотрите, какие они очаровательные. И что самое интересное, ребят, вот никогда не поверите, что может быть еще интереснее этих колонок. Это бесплатная ихняя коробка. Вот так вот все вам в придачу просто. Ничего не жалко. Дальше, ребят, чеснок надо. Короче, замутили тему, мы торгуем. Ну так, знаете, по своим, не то чтобы всем подряд, чисто вот хороший такой чеснок, классный, пахнет хорошо, ребят. Только жрите, и когда вы пожрете, никогда не приходите к нам в магазин, пусть проветрится, ну где-то дня 3-4, а после можно приходить. Запомните, вонючим входить запрещено. Кстати, тема такая, скоро... Ну, как бы грязь, там все дела, мы прикинули и решили к нам в магазин заходить в бахилах. Ну, так решил магазин и вся администрация этого магазина. Поэтому, ребят, скоро будет так, что на входе будет строгий фейс-контроль.
Дальше, ребят, посмотрите, какой очаровательный термос. И сейчас, я не знаю, насколько сезонна эта тема, но это интересно. Посмотрите, очаровательный лоток пластиковый для второго, картошечка, сосисочки. Туда все дела можно загрузить и сюда налить. Большая такая миска борща, короче, насыпали. Здесь все чистенько, аккуратненько. Такое ощущение, что оно прям как будто новое. Но я не буду говорить там, потому что может быть оно и не новое, я ж не знаю. Ну, на внешний вид, на ее, ребят. Если хотите, красивый, очаровательный термос вам обойдется всего лишь в 250 рублей. Конечно же, вы можете поторговаться и забрать этот очаровательный, непревзойденный, шикарный термос дешевле. Дальше. Молочник, ребят, посмотрите, Чехословакия, просто запыленная. Ну, как бы, как я вижу, да, тут надо помыть, натереть. Состояние пусть будет БУ, но насколько я вижу и понимаю, если здесь низ чистенький, значит он не использовался, а здесь просто был не накрыт и со временем припала туда пыльца, короче, сервант или на серванте стоял, или сервант с открытыми дверями, короче, туда вся пыль попадала, попадала влага, там все дела, и вот оно, видите, теперь грязненько. Короче, постирайте, помойте, он вам навьё прям шикарный, 150 рублей он будет ваш. Идемте дальше. Портмоне, ребят, мужской, шикарный, сексуальный. Посмотрите, чем он хорош, тем, что он уже изначально такой, знаете, плотненький, хороший. Бабки сюда даже ложить не надо. Вы такие идете и гордо себя чувствуете, как будто у вас там есть бабки. На самом деле их там нет, но он сделан настолько максимально шикарно. Здесь столько отделов, просто повсираетесь. Ребят, посмотрите, здесь для визиток, пластиковых карт, никому нахрен не нужных. Поэтому, если хотите, сюда права засунули, да, там, фотку своей любимой или любимого, если любите женские, точнее, если женщины любят мужские кошельки носить, без разницы. Короче, здесь, смотрите, шикарная, вот тут как будто замша, вот это, вот такое ощущение. Это вроде как, ну, честно сказать, на свой опыт я бы сказал, что это не кожа, а может быть, я ошибаюсь. Здесь засунули штучку, чтобы не сырело. Ребят, вам просто, ну, он понравится. За такие бабки, 350 рублей, он будет ваш. Ребят, посмотрите, какой он шикарный, он абсолютно новый. Красивый, приятно держать в руке вещь, когда она вот такая, знаете, ну, приятная. И запах вот у него, как будто кожа, новенький, пахнет классно. Ребят, хотите, забирайте. Можно поторговаться и забрать товар дешевле. Кстати, то, что вы видите сейчас на экране, вы можете прямо сейчас незамедлительно бронировать. Но обязательно просматривайте комментарии других пользователей, которые могут быть вас... Ну, может быть, даже вас и опередят. Поэтому вы просматривайте, если что. А если не хотите тратить время, пишите все подряд. И я подкорректирую, посмотрим, порешаем все дела. Если что, возможно, как бы вы и заберете. Идемте дальше. Эмалированная миска, раз. Она такая большая, ну, она и глубокая. Ребята, вы посмотрите, что самое интересное, она советского образца. Значит, цена за абсолютно новую большую миску 100 рублей всего лишь, ребят. И вы можете еще поторговаться. Их всего лишь 3 штуки осталось. Вот они. Пожалуйста, больше их не будет. В чем минус этих мисок? Здесь вообще шикарно. Здесь, видите, не долили эмаль. Ну, была впадла или бухие. Они, короче, видите, не долили. Лили все дела. Здесь то же самое. Посмотрите, вот видите. Такое ощущение, как будто вот недолитая эмаль. Или такое вот халатное отношение к работе. И сделали вот брак, собственно, работники того времени. Короче, ребят, если надо, их всего 3 штуки, и оно будет ваше. Чеснок, если надо, вы пишите. Мы можем вам побольше привезти, там, 3 килограмма, 4. Если хотите, всего лишь там у нас, там, килограмм, может, 10, и все, больше не будет. Если надо, пожалуйста. Значит, болгарочка, 125 размер, диаметр круга, мощность 1100 чего-то там. Я обязательно напишу характеристики этой болгарочки в
короткометражном ролике. Короче, смотрите, ребят, состояние, ну, шикарное. Вот оно, посмотрите, здесь вообще такое ощущение, что нихера ее никто не брал в руки. Просто лежала в гараже и слегка пылилась. Посмотрите, очаровательно. Здесь диск, все чистенький, аккуратненький, без всякой грязи, ржавчин. Ты что тут можешь ржаветь? Это все качественная вещь. Короче, фирма, вы поняли, короче, вот такая фирма. Рэббер какой-то там, нихера не знаю, что это за контора. Ну, короче, денег она стоит всего лишь 1850 рублей. Конечно же, вы можете поторговаться. Нихер там говорить. А, это дорого для барахолки. Я могу где-то дешевле взять. Можете поторговаться и забрать дешевле, ребят. Не надо там где-то искать, где-то что-то брать. Алюминиевая советского образца, ребят. Я с такой, когда был совсем сопля, вообще вот я ел именно с такой миски. Помню, как сейчас, это шикарно. Ребят, когда я ее взял в руки в своем уже взрослом, таком пожилом возрасте, я такой смотрю и думаю, как быстро, сука, летит время. Ребят, кому надо, 50 рублей и она будет ваша. Состояние, ну... Ну, наверное, легкая БУ, скорее всего. Дальше идем. Надо же было так, ребят. Это, короче, льняная, что ли, скатерть. Не знаю, насколько она квадратная или прямоугольная. Я не разворачивал, чтобы не нарушать закладки. Да и время я не могу, как бы, уделить на это все дело. Потому что, ну, на все уделять, это значит, не выходит ролик в принципе. Так, чтобы он выходил, мне нужно немножко... Как бы вам сказать. Да, короче, никак вам не сказать. Короче, хотите, 250 рублей, абсолютно новая скатерть. Шикарно, причем, ребят, надо вам вот такую штуку для сыпучих специй, а может быть для сахара или соли. Новая, шикарная, 100 рублей советского образца. Если вам это надо, пожалуйста, можете забирать. Идемте дальше. Ваза, шикарная, сексуальная. Посмотрите, какая она очаровательная. Ни у кого такой не будет. Если вы приобретете, она такая, знаете, она не каждый день появляется. Эта ваза просто секси. Ребят, всего лишь цена 600 рублей. Шикарно, классно, что я ее кручу, да? Ну вот, посмотрите, вот так, вот так, вот так. Она оригинальная, таких просто больше нет. Если, может, и есть, но нужно будет очень сильно поискать и охренеть потом от этого всего. И потом вспомнить, что, блин, там же в барахолке было-то за 600 рублей надо было брать. Чё мы, лажа какая-то. Короче, ребят, 50 на 90, скорее всего, это уже современная. Она абсолютно новая. Ребят, 125 рублей такая, знаете, кремовая, классная. Или, может быть, персиковая, что-то такое. Ну да ладно, хотите, забирайте. Посмотрите, какое очаровательная простынь. Льняная, к тому же, ребят, полуторная. Хотите, 175 рублей, цену специально не завышаем. Не от того, что мы такие хорошие, а от того, что в принципе эта цена нашего магазина, она стабильна и практически будет держаться еще до конца этого года. Все для вас. Пожалуйста, можно торговаться и забрать товар дешевле. Охренеть, ролик практически на одном дыхании. Идемте дальше. Вот такие вот джойстики, там все дела, оп, так раз, так все. Их пара, как обычно, вот такой конец, куда нужно вставлять в эту игру. Если хотите, 100 рублей за две штучки. Дальше, ребят, очаровательный магнитофон. Ну, как бы, да, Panasonic, это, скорее всего, настоящий еще того времени, хороший такой аппарат. Ну, скорее всего, может быть, там, 95-х годов, потому что, может быть, даже 2000-х, я хер его знает, потому что тут уже есть CD-диск. Видите, как выезжает? Оп, так, шикарно, максималочка, придумали и сделали, молодцы. Насколько работает этот аппарат, я не знаю, значит... По радио проверили, шипит, все красиво. И по кассетам, сейчас я вам включу, не переживаем. Раз, циферблат, тут все дела, опа, все, кассеты. Запускаем, слушаем. А у тебя что, диска есть? У меня есть еще один воздушный шарик. Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гости, а ты не идешь. Тогда пойдем к тебе. Короче, очень интересно. И вот этот... С утра,
И вот эта кассета, если надо, вам в придачу просто к этому аппарату, цена магнитофона 1250 рублей. Единственный нюанс, покажу сзади, значит, что произошло с ним. А вот именно то, что здесь все подключено под один вот этот вот конец. Ну, короче, все сюда. Здесь что-то не работает. Сами колоночки, динамички, все работают шикарно, все красиво, без беспорядка. Всунули в одно, а вот это не работает. Всем понятно. Я сейчас сделаю вот так, и вы такие посмотрите, надо вам или это не надо. Загуглили, посмотрели, порешали, забрали. Короче, ребят, вот и вся всякая всячина. Если что, подписывайтесь на наш канал, если действительно вам это надо, если вы из Луганска или какого-то области, там, да, все дела. Если вам жизненно необходим наш канал, наш магазин, наш товар, который мы вам предоставляем, то обязательно подписывайтесь, пользуйтесь нашим каналом, приходите к нам в магазин. Обязательно на любой вид товара мы можем торговаться. Никогда не бывает так, что вот сегодня мы не торгуемся. Нет, каждый божий день мы будем с вами торговаться на любой вид товара. Если вы, конечно, молча зашли и молча купили, хорошо, тоже хорошо. Не торгуемся, и слава богу. Кто поторговался, молодцы. Главное, помните, всегда на любой вид товара можно торговаться. Йо, если б я не повернул, я бы, наверное, не вспомнил. Я же обещал коробочку. Что же в коробочке? А в коробочке, ребят, то, что вы не ожидали. Ну, по большому счету, скорее всего, вы думали, там какое-то колье или еще что-то там. Золотой теленок. Нет, здесь хрустальные стопочки. Смотрите, какие они высокие, какие они красивые. Они такие большие. Ну, как вам сказать, большие? Сантиметров, может быть, по 7 в высоту. Но они новые. Посмотрите, вот эта вот хрень, эта липкая срань, которая была раньше, вот сюда приклеивали, чтобы они не дребезжали. Прошло время, эта срань, как обычно, знаете, липкая становится. Вот она тут такая стала. Все это новое, советское. Если хотите, его набор всего лишь 500 рублей. Всего лишь. Можно поторговаться и забрать данный набор дешевле. На обороте здесь все заводское написано, все красиво. Пожалуйста, если вам это надо, ни хера не фокусирует. Ну а как вы хотели, на камеру мы уже не насобирали. Ну ничего страшного, придет время, мы обязательно насобираем на новую видеокамеру. И будет все красиво, без беспорядка. Ну вот как-то так. Подписывайтесь и обязательно поставьте лайк. Всем пока.